Компания «Железный мужик и баба» представляет. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на юбилее нашего дорогого Петра и хотели бы провести юмористическое интервью. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Томас Андерс. Александр Овечкин. Номер 8. Вивьен Ли. Анатолий Папанов. А, Том Круз. Ирина Хакамада. Скажите, пожалуйста, кто сегодня меньше всего подарит денег? Анатолий Чернявский, есть Куаныш Ернияс и Фазул. Ну и я, конечно. Это Олег Чертаков. Я и Саша Брякин, да. Олег, Костя, Хаким. Игорь, Олег. Олег Оскар. Какую песню поет Петр в душе? Я как Федерико Феллини, дайте Оскар этой богине. Я как кукла Барби на витрине. Ой, калина кудрявая, белые цветы. Ой, калина, калинушка, где же любишь ты? Какие качества вы больше всего цените в Петре? Непорядочность. Человек, который не держит слово свое. Ну, наверное, неискренность, а больше всего. Алчность. Двуличие. Да, двуличие. Высокомерие, заносчивость и умение предать. Неискренность, вранье, ну и хитрость. Сколько девушек было у Петра до сегодняшнего дня? 4. Не знаю, штук 5, наверное, есть. 5? Я думаю, 40. Больше 200. 300. Петр хороший управленец бизнеса? Нет. 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 Да. Да. Петр хороший стрелок и охотник? Нормальный. Нет. Ну, так. Нет. Я думаю, да. Да. Какой автомобильный растворитель самый лучший в мире? Ну, тот, который у Петра Петровича есть в наличии. Наверное, 646-й. Мастер. Мастер. Мастер, конечно. Петр часто меняет прическу? Скорее всего, нет. Да тоже особо не замечал за ним. Думаю, да. Конечно. Ну, я думаю, у него все впереди. Если бы вам дали 1 000 000, что бы вы подарили на юбилей Петру? Улыбку с этой суммы. Ну, пусть будет стихотворение. Ну, наверное, открытку, да. Красивую открытку. Открытку все-таки. Подарил бы конфет, ну, казахстанский шоколад. Как вы думаете, сколько сегодня Петр выпьет на юбилее? Бокал вина. 2-3 литра пива. Водки. Ну, 1-2 литра, но не напиваться же. 0,5 виски. Бутылка. Бутылка водки, бутылка виски. 10 бутылок водки. Что будет на праздничном столе? Доширак, картошку, макароны. Доширак. На яичницу, лепешку с майонезом. Ну, думаю, что из овощей будет доступна капуста. Пельмени, наверное, вареники. Ну, дошираки всякие. Макароны, пельмени, наверное. Ну, доширак, лепешку с майонезом и картошка быстрорастворимая. Вы видите, в каком топовом месте сегодня проводится юбилей. Как вы думаете, какой бюджет сегодняшнего праздника? 90 тысяч тенге. 150 тысяч тенге. Ну, где-то 150 тысяч. Ну, 200 тысяч тенге. 300 тысяч тенге. 500 тысяч. Что вы сегодня подарите? Ничего. 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 Ну. Ничего. Уверенность в его правоте. Попробуйте описать Петра одним словом. Целеустремленный. Яркий. Энергичный. Порядочный. Солнечный. Состоявшийся. Что вы хотите пожелать Петру? Петру желаем здоровья, самое главное,
чтобы она его не подкачивала, быть таким же целеустремленным, какой он сейчас, и добиваться всех целей, которые ставит. Дорогой Петр Петрович, поздравляю тебя с этим прекрасным днем. Желаю тебе, пусть звучит банально, здоровья. Оно нужно. Знаю, что ты за ним следишь. Поэтому пусть оно будет бездонным, это здоровье. Ну и успехов, успехов во всем, во всех начинаниях и продолжениях. Давай, рад за тебя. Мои поздравления. Петр, поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, удачи, процветания бизнесу. Оставаться таким же жизнерадостным, всегда на подъеме. Ну и чтобы все в жизни складывалось, как хочется. Петр, поздравляю тебя с юбилеем. Очень хороший праздник. Людям всегда немножко не хватает денег и времени. Надеюсь, с этим у тебя все в порядке. Будь здоров, брат. Успехов в жизни. Петр, Петруш, я тебя поздравляю с замечательной датой. И в этот день я желаю тебе всего самого человеческого, самого доброго. Самое главное – здоровья. Ты такой золотой. Оставайся таким же всегда, каким ты есть. В тебе столько хорошего. С уважением. Люблю. Петр, я очень хочу пожелать вам, чтобы вы ложились, засыпали с мечтой, просыпались с целью. И эта цель обязательно выполнялась. Я думаю, что для этого абсолютно все есть. У вас характер победителя. Это главное. Дорогие друзья, спасибо вам большое за искреннее интервью. И давайте сейчас поднимем бокалы за нашего Петра. С днем рождения!